Хей, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, мы с вами прибыли в Бандитовилле, или как-то так сказал Джек. А, да. Сначала мы с вами отправимся в город, да, в немного фризов, но это... Такое. Проходняк. Вот, он говорит, сейчас у меня слева. Но он справа! Вот дерьмо. То есть, я хотела сказать, какая досада. Роланду нужна твоя помощь. Без тебя, алым налетчикам не устоять. Пожалуйста, выясни, куда подевался Роланд. А, сейчас мы это все сделаем. Сначала дай мне продать штуковинки. Сегодня идеальный денек для шопинга. За что вот столько попла? Ну, этот я ставлю. Базуку я не знаю, тоже продам, нафиг надо. Да, ты меня не убьешь, я сам умру. Так, короче, обходим с вами сейчас территорию. А, ну там, по идее, ничего не должно быть. По идее. Убежище. Ладно, давайте. Построено на обломках лучшего горнодобывающего. Конечно, Кацаны желают лучшего по качеству. Я все про вас слыхал, что вы роботы, соедите металл на помойке и все такое. Что вы машины смерти, которые придут за мной, когда Роланд пропадет. Если ты собираешься убить меня, то знай. Живым я не дамся, сукин ты робот! Ну там, конечно, сукин ты сын, но все же. Минуточку. Ха! Повесьте меня за ноги на телефонном столбе, обмажьте медом и пусть меня сожрут муравьи и пауки! Но ты не гиперионский робот! Ты искатель хранилища! Ага. Это ж как единорог! Такой редкий. Ну что, ты выручишь нас или нет? Я слышал, как об этом говорили чуваки из алых налетчиков. Роланд мне сказал, если я исчезну, действуй по плану Б. Точнее, по плану превратим город в офигительную летающую крепость. Да, где-то у меня тут несколько аккумуляторов. Тебе пригодятся. О, и вот этот Эридий тоже. Эридий. Эридий, вы нашли Эридий. С момента открытия хранилища Эридий стал предметом огромной... ценности. На черном рынке вы можете покупать за Эриди улучшения для персонажей. А раньше мы за деньги покупали улучшения, теперь за Эриди. Ну, как вы помните, из нашей той первой... Не, из пресиквела. Там мы тратили так называемые... Что? Так называемые... Кристаллы, кажется, у нас там были. Третий, поэтому я даю тебе вот это. Еще один аккумулятор купишь на черном рынке Эрла, но смотри в оба, он псих. Однажды он съел мою тачку целиком. Да, взял вилку и сожрал. Добро. Погнали на черный рынок, с вами забегаем сразу для снайперки, купим улучшение, если это возможно. А лучший инвентарь, да? Доктор Зет. Я голоден! Я съем твоих детей! Сынок, будет немножко больно. А я не помню, первая часть у нас была озвучка или без? О, как здесь FPS пришло, о! А точно снимает. Мне нравится платить тебе за убийство, но сейчас у меня ничего нет. Ну такое, скупо. Скупые вещи. Давай сюда. Железяк, сюда! Здорово. Тебя черти носят! Я хотел показать тебе кратчайший путь к убежищу, а тебя все нет и нет. Кроме того, мне в глаза бросается отсутствие транспарантов. Добро пожаловать, железяка! Ну ладно, уверен, что жители просто не успели подготовиться. А, возможно. Все возможно. Так, дальше шустрим. Блин, вот это Эриди нужно собирать. Потому что это довольно
нужный предмет. Особенно здесь. Для улучшений, которые нам нужны. Ох, как я в этой части любил скакать по крышам зданий, если бы вы знали. Так, только сейчас вспомнить, как я это все дело проворачивал. Ай. Так. Вот отсюда на коробочки. И здесь у нас, в принципе, нифига. М-да. Ладно, полетели. О, тут еще что-то есть. За клиникой доктора. Ну, видите, они типа подумали насчет того, что игроки будут куда-то лазить. Из убежища. По слухам, в ваш город прибыл новый искатель. Выдайте его мне, и я награжу вас. Не бойся, никто тебя не выдаст. Ведь ты наша единственная надежда. Сколько? Я всегда рад избавить тебя от лишних денег. Закрыто. Опыт, опыт, мне прокачиваться нужно. Так, ну это мы сейчас все позасовываем, но сначала нужно... Так, задание понабирать. Сообщение для всех алых налетчиков в секторе. К убежищу движутся четверо шпионов Гипериона, маскирующиеся под бандитов. Они прячутся в трех рогах. Найдите и убейте их. И попробуйте выяснить, что им здесь нужно. Короче, здесь очень охерительное оружие, но мы им не можем воспользоваться, поэтому как-то так. Ладно, пускай мой зончик орёт. Здесь у нас темнота. Тут мы ничего взять не можем. Оп, тихо. О, знак. Культ, 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 культ. А вы мне можете деньги вернуть, пожалуйста? А то эта пушка, по-моему, не работает. Хм, я даже не знаю. По-моему, вполне бабахает. Маркус, деньги возвращаем. Да. Здесь можно халявно что-то, кажется, получить. Эй, искатель хранилища! Если хочешь вступить в ряды алых налетчиков, тебе нужно научиться пользоваться стихийным оружием. Я только что получил ящик на легенького стихийного оружия от Маливана. Поможешь мне испытать его? Увидимся на стрельбище. Давай сначала испытаем огненное оружие. Идет? Огненное Давай. Огненное оружие очень действенно против живой плоти. Но пробить им щиты даже не пытайся. Go to hell, bandits! А теперь поджарь этого ублюдка, как бифштекс из скага. Может, ты мне дашь сначала оружие? Что там с заданием? Я на тебя болю. Вот оно. Деньги поставь. Какое отталкивающее сочетание. Ну, как насчет прикрытой щитом цели? Дальше. Этот гиперионский фашист думает, что он в безопасности, раз у него щит. Он ошибается. It's only a matter of time until Jack burns this city to the ground. Ну видите, чисто броню сносит и все. И щит исчезнет быстрее, чем ты скажешь выброшенные деньги. Ну опыта нормально дают. Такое, ладно. Короче. Броня. Бронированные цели, вроде этих гиперионских роботов, подолгу выдерживают огонь, если у тебя нет коррозионного оружия. Продавать оружие могут только представители Гипериона. Посторонние торговцы оружием будут принудительно переселены в Джеквиль. Так, поехали. Видишь, как кислота проедает металл? Признаться, люблю коррозионное оружие. Коррозийка. Их, если что, можно с собой забрать, типа, и ничего не скажет.
Типа вы можете его себе оставить и ходить с ним. Шлак — хитрое оружие. Если обдашь им врага, все нешлаковое оружие будет наносить больше урона. Вот, обдай этого типа. Теперь он под шлак, его будет нетрудно прикончить. Возьми другое оружие и выстрели в него еще раз. Чтобы нанести больше урона, переключись на другое оружие, когда твой враг под шлак. Все? Если ты хочешь купить стихийное оружие вроде этого, можешь сделать это у ближайшего торговца оружия. Добро. Так, полетели. Угу, готово. Так, а теперь мы идем с вами далее. Сюда. Он клуб Мокси, знакомый наш. Так, мне черный торговец нужен. Ой, точно, стоять, эхо. Эхо мы там не взяли. Вон еще, да, кажется, эхо. Да, еще одно эхо. Эхо. Внимание, копейщики! Я хочу задать вам один вопрос. Всего один. Несколько лет назад мы были врагами, но это время прошло. Я рад видеть вас здесь, в убежище. Однако я знаю, вы пришли, потому что у вас не было выбора. Я знаю, что там творится. Знаю, что армия Джека прокатилась по планете песчаной бурей, сметая все на своем пути. Когда я вступил в Алое Копье, мне сказали, что я буду защищать тех, кто не способен защитить себя сам. Вы все прекрасно знаете, что это была ложь. Но это борьба против Гипериона. Тут все взаправду. Если мы не объединим усилия, если не защитим город, нам всем конец. Я, Роланд, хочу задать вам один единственный вопрос. Вы со мной? Я не могу одно понять, почему у меня лицо здесь выглядит с этими чуть-чуть микросхемами какими-то. Это вообще не было раньше. Странно. Странно. Очень странно. Может, что-то сломалось? Как вариант. Ладненько. 10к стоит, чтобы сбросить умение. Если вы слышите это сообщение и способны трезво мыслить, направляйтесь в убежище. Мне плевать, что вам сказал Джек и как хорошо вы вооружены. Армия Гипериона уничтожит вас. Если вы хотите выжить, берите пушку, вот идите в убежище и присоединяйтесь к алым налетчикам. Почему я не могу взять его? Эх. Он здесь еще в основном был играл. Давайте испыт. Сейчас, ладно. Привет, Мокси. А, классно, ты даже сама не представилась. Еще QR-код. Лучше вот тогда показать QR-код. Так вот. Искатель, я рад снова видеть тебя. После того, как капитан Флинт отошел от дел, я смог покинуть Южный 6 и продолжить работу над Альманахом. Кстати, можешь выручить меня еще раз? А давай сыграем на пианинку. Как он играет, да? Мощно. Здравствуй. Давай, поехали. Дурацкое название, да?
Я хочу придумать получше, прежде чем альманах пойдет в печать. Поройся в заначках мордоплюев. Я узнаю об их питании и подберу им название повыразительней. Добро, это нам куда нужно чухать? С локации. Так, убить ассасинов. Лан Б, поехали. Так, давайте лан тут сыграем по разу. Какой я везунчик. Ну, смотрите, в принципе, я окупился. Фу, что-то мне везет. Я купился. Далее. Нет, Эриди. Нет, тупая маска. Что, на мой выигрыш решила посмотреть? Фиолета. И давайте... Да ладно, давайте еще раз крутанем. Да, азарт — это плохая вещь. По разу штуки эти, и все. И погнали. Ну, в принципе, деньги позволяют еще раз крутануть. 8к мы оставляем. Вот опять снова маска выскочила, все. Минус. Лам, полетели. Торговец, алло. Открывай. Не хочет, ладно. Полетели сюда. Попродаем. Блин, я не знаю, стоит фиолетовую продавать. Да, продам. Снайперку. Ой, это огненная снайперка была. Сколько будешь стоить на возврат? Ой, не хочу, ладно. Так, это первый только. Хотел с тобой встретиться. Налетчикам до зарезу нужна новая кровь, а у тебя с ней, похоже, особые отношения. Как у кузенов, которые купаются в одной ванне. Ой. Так, теперь ты. Купи что-нибудь и получишь в подарок этот дурацкий аккумулятор. Я его коснулся разок, а у меня потом два пальца отвалились. Кстати, я принимаю только иридий. Наличка для идиотов. Так, можно снайперку улучшить и рюкзак улучшить. Ну, типа, для банка, смысл банка, я туда ничего свать не буду. Если кто спросит, это не мое. Так, и снайперку. Хватай и беги! Найс. Отлично. Мы проиграем эту войну, я точно знаю. Так, по идее, мне... Сколько теперь улучшений? Ну, не улучшения этих, я имею в виду, рюкзак. На 3 слотика улучшился. Нормально. Поехали. Урон на гранат, скорострельность, уменьшение отдачи, меткость, скорость перезарядки, меткость. Скорострельность, уменьшение отдачи, меткость, урона стрельбы. Дальше. Здорово. Свежие экстренные вести! Суперпропаганда! Здесь с Хартером Хайлкристом. Музыка из Первого канала. Служба правды, и я, Хантер Хелквист. Бандитский город-убежище, осаждаемый благородными воинами Гипериона, терзают внутренние раздоры, несмотря на пред... Эй, спасибо за помощь! Ожоги третьей степени лучше получать в несколько смен. А теперь поглядим на плоды твоих трудов. Сейчас этот город взлетит! Ну что, улетаем?
ты к нему домой? Может, он оставил тебе сообщение? Сообщение? Сейчас посмотрим. Сейчас взглянем. Блин, мне бы Риди понаходить. Ходи, Роланд оставил тебе сообщение. Добро. А как мне? Думаю, с тобой будет все в порядке. Ау. Ну так вот. Так, ячейка для оружия. Привет, солдат. Здорово. Ты это слышишь? Значит, я попал в беду. Прямо сейчас только ты сможешь защитить этот город. Черт возьми, да всю планету от армии красавчика Джека. Информация о том, где я, лежит в сейфе. Можешь хранить там все, что захочешь. Теперь этот дом твой. Удачи. В смысле? Окей. Привет. Мои исследования движутся без помех, не считая психозов. Твоя помощь мне не нужна. Я не понимаю одного. Я встречаюсь с новыми персонажами, по сути, да? Активными. Но мне не дают с ними общаться. Именно контакта нет никакого. И нету превьюшек. Так же как Мокси. Сейфы нашли сейфы, бла-бла-бла, хранить вещи. Обмороженных иначе погибнут люди. Огненный ястреб! Знаменитый охотник за головами! Вот блин! Если это так, то он в дерьме! По уши! Отправляйся в ущелье отмороженных и спаси его зад! Если Роланд действительно в плену огненного ястреба, опасности. Да, остановить Джека можешь только ты. Да. Мозг повстанцев, так сказать. Он знает все слабые места Гипериона. Добро. Что здесь есть? О, я нашел Роланда, слушай. О, Брика вижу. Ястреба. Так, наблюдают. Это карта, да? Полетели. Еще задания появились. Смотрим, пока не ушли. Железя. Слуга! У меня слуга! Сюда! Твой господин приказывает тебе! Что такое? С твоей помощью я попал в убежище, слуга! И ты заслуживаешь награду! У меня есть тайник далеко отсюда! Чтобы найти его, тебе придется изрядно потрудиться! Сначала найди мне пару коричневых камней, затем одолей безбашенного скага, потом выкради утерянный посох горы Шоры, 39 000. Затем ты принесешь мне 700. Голову разрушителя миров, а потом будешь танцевать для моего развлечения! Спасибо. Удалось сорвать мой тщательно продуманный план. Почему бы тебе не порыться в тайнике? Сейчас. Хоть тебе и не удалось принести мне то, что я просил, я позволю тебе воспользоваться тайником, чтобы тут закрыто. Моим слугам, особенно тем, кем ты командуешь. Ну, чтобы раздать предметы другим своим персонажам. А ломает третью стену, парнишка. А, то есть тайник железяки, вы нашли тайник железяки, тайник это место, где вы можете хранить предметы, чтобы к ним были доступны у всех персонажей. Железяк, дай 5, железяк, дай 5, дай 5, железяк, эй, пш. Железяк, эй, пш.
ты заслужил! Грозно, но в то же время возбуждает! Круто! Железяка, ты отстой! Я тоже рад встрече! Окей. Походу, железяка немного подвис. Так, теперь мы к этому, да, идем? Из Эду. Тебе нужны... Привет. Ребята Роланда поймали эту гиперионскую свинью при попытке прокрасться в город. Похоже, они отбили ему легкие. Ему срочно нужна операция. Иди сюда, будешь мне ассистировать. Так, сделай небольшой надрез сразу за грудиной, но только осторожно, не задень коронарную артерию. Окей. Зайдет. Клокоридия? Идиоты! Сколько раз я говорил, что эта штука не дает сверхспособностей. Они глотали ее? За этот осколок ничего не дадут, он не очищен. Можешь отнести его к Танис, в другой конец города. Она работает с Иридием, когда не задирает нос. Окей. У нее, видите ли, есть докторская степень. Да, и скажешь мне, если будешь искать работу. У меня есть кое-что на примете. Хорошо, к тебе сейчас, значит, еще вернусь. О, все-таки показали. Я уже говорила, у Джека есть ключ от хранилища, а это значит, что он разбудит Война. И мне нужен новый вентилятор. В лаборатории воняет беконом. Его едят только подхалимы и продукты инцеста. Танис, без ума от науки. С Богом, когда-нибудь я найду нормальную селезенку. Танис. После часов научного безумия, которое ты можешь представить только в мечтах или в моей постели, предложение открыто. Я пришла к выводу, что... Между Джеком, ключом от хранилища, и Эридием существует глубинная связь. Прикольно. Если понадобится лечение, приходи. Ну, если не боишься столбняка. Так, полетели, значит, к нему, чтобы он нам что? Правильно. Дал то, что мне нужно. Задание. Зет, давай задание. Работа нужна, могу поработать. Знаешь, что может проделать пулевое отверстие, кроме пули? Потому что я хрен знаю. Я видел пару необычных ран, полученных в трех рогах. Дуй туда и выясни, какое оружие их наносит. Им пользуется мой старый соперник, доктор Милосерд. Пусть его имя тебя не обманывает. В отличие от меня, он больше любит наносить раны, чем залатывать их. И в отличие от меня, у него есть лицензия врача. Ясно. А так, сколько у нас заданий в одной точке? Мало. Ну, смотрите, это все 8 уровня. Мне кажется, лучше сначала выполнить задание 8 уровня, а после выполнять 9 уровня именно основного. Но сначала, что мы с вами делаем? Мы пройдем до конца сюда. Я хочу знать, что здесь и есть ли тут вообще что-нибудь. И будем, в принципе, заканчивать серию. Почему бы и нет? Уже время подошло к концу. О, да, тут что-то есть. Две коробки. Все? Серьезно? Серьезно. И больше здесь ничего нету. Окей. Опа, нет, все-таки есть что-то еще за домиком здесь. Две мусорные бочечки. 4 баксули. Ну, в принципе, у нас 4 баксули. У нас 9000. Можно сходить еще поиграть в рулетку. Ладненько. Походу, на этом все. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.